Гениальная закуска из помидор. Делайте сразу две порции. Разлетаются за секунду. Берем 3-4 килограмма плотных помидор, заливаем кипятком и аккуратно снимаем кожицу. Делайте это аккуратно и не торопитесь, чтобы помидорки остались целенькие. Для этого рецепта лучше выбирать твердые, но ни в коем случае не мягкие или поврежденные помидоры. Для засолки хорошо подходят помидоры сорта сливка. Можно брать помидоры как спелые, так и зеленые. Это дело только вашего вкуса. И так получается безумно вкусно. На самом деле все делается очень быстро. Выкладываем в емкость, добавляем мелко нарезанных 10-12 веточек петрушки и укропа, 5-7 зубчиков чеснока, 1 острый перец, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 1,5 столовой ложки соли и 0,5 столовой ложки сахара. И все хорошенько перемешиваем. После этого ставим в холодильник на сутки. Наш настоящий подарок к любому застолью готов. И для зимы, кстати, тоже отличный вариант. Обязательно попробуйте. Готовится просто, исчезают еще быстрее. Этот рецепт квашеных помидор уже давно любимый в нашей семье. Надеюсь, и вам он тоже понравится. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока!